Всем привет, друзья! С вами Слай и Валрус, и прямо сейчас мы сыграем в режиме дуэлей на целую шаверму. Пожалуйста, оставьте лайк, подпишитесь на канал, ну а мы начинаем нашу игру! Опять подписчиков, оставивших лайк и комментарий под этим роликом, получат вимеры. А по промокоду SLY ты сможешь купить дешевые вимеры и лицензии Майнкрафта по ссылке в описании. И вот, мы уже начинаем нашу игру прямо сейчас в дуэли. Сначала начнем с соп-дуэлей. И играем сегодня мы на реальную шаверму, поскольку проигравший подарит шаверму как раз таки своему замечательному победителю. Итак... давайте немножко отойдем. Я тут забыл немного про одну особенность этих дуэлей. Да и в целом давно в них уже не играл. Сам режим, ребята, мы придумали крайне давно. Кто не в курсе, вообще на самом деле мы дуэли на пиццу записывали примерно полгода назад у нас, ребята, на Вайме. И это было прям очень-очень классным событием. Забираем Валруса в первой игре и продолжаем нашу каточку. Ну что же, вот уже следующая игра. Прямо сейчас мы находимся в ультра-хардкоре. И, конечно же, продолжаем наши попытки выиграть таки себе шаверму. Играем так. Примерно рублей на 200, наверное. Хорошую шаверму, ребята, разыгрываем. Хорошая и, шаверма. Я не знаю, может, какую-нибудь XL, то есть, опять-таки, вкусную. Двойная, такую, двойная шаверма. Прям наеса, да. В общем, тем временем в Минске эта шаверма стоит примерно рублей 200. Надеюсь, что у тебя примерно столько же, что... у меня 160, что? 160, 100. А, ну, здесь до 200 примерно. То есть, если так прям придираться к цене, то, наверное, где-то так же примерно должно быть. Окей, продолжаем наши попытки, ребята, завоевать шаверму и таки собрать Валруса. Блин, как же ты классно горишь! И у тебя 2 хп должно добить! Нет, пожалуйста, шаверма! Чего?! Сколько 0.6? Какой 0.6? Как ты выжил? Как он выжил, ребят? Я честно не знаю, но... короче, счет 1-1. У нас все крайне напряженно. И шаверма таки, ребята, ждет своего победителя. Уже прямо сейчас, скорее всего, в палатке Армена. Так, блин, у тебя лук классный, а? Вот, хорошо стреляешь на самом деле. Я что-то вообще не попасть не могу сегодня. Чего я... да ладно. Так, короче, шаверма, по-моему, с меня. Так вот, сойдем сейчас, мне кажется, на том, что я куплю шаверму. Ешь ты ж, блин, ты меня достал. Чего? Ладно, ладно, короче, продолжаем. Итак, продолжаем на луках. Я все-таки думаю, что я должен отыграться. Чувак, я проиграл пиццу, я должен выиграть шаверму, поэтому прямо сейчас ты просто охватишь от меня лук-стрел. Надеюсь, да, уж таки, у тебя пока что все получается, на самом деле, прекрасно. Вот сейчас напряженный момент. Кто кого... опа! Чего? Как ты меня прострелил? Не знаю. Огонь. Так, давай встретимся. Ну же. Ах ты, козлина, попал? Блин. А я еще без звука играю, поэтому я, типа, не знаю, когда я попал, не попал. Попал. А стоило включить, кстати, звук. Сейчас, наверное, следующие каточки включу. И если у нас сейчас будет 2-2, то я думаю, мы немножко продолжим наши каточки. И сыграем до 5 игр у нас в наших дуэлях. Блин! Таки да, ребята, счет 2-2, а я тем временем быстро и оперативно включу у нас звук. Итак, продолжаем у нас в режиме оп-дуэлей, с которого, кстати, мы и начинали. Я думаю, так, на зельках нет смысла записывать, да, поскольку они немножко скучные. Так что сейчас мы сыграем до 5 каточек, чтобы прям точно определить преимущество. Я думаю, надо на пару игр таки отбиться от своего противника, кому-то из нас, не знаю опа. Кому. Опять-таки, ребята, напряженный момент, пожалуйста, напишите, кому бы вы отдали шаверму в наших сражениях, кто сражался по-вашему лучше, и, вероятно, у вас получится угадать победителя этой игры. Но пока что все очень напряженно. Кстати, опа. Я вот думаю, я, наверное, сейчас сотку вимеров разыграю сегодня, ребята, у нас в конкурсе на вимеры перед этим роликом. Там можете поучаствовать, ребят, пока что поставить лайк себе. И... таки, вероятно, выиграете себе, ребята, половину шавермы в эквиваленте вимеров. Так... ах, ты ж какой жесткий, а? Мне что-то не нравится. Я скайварсер, на хайпикселе снимаю скайварс, братан. Да. Прям очень жестко на самом деле. Так, ну же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто тут скайварсер? Кто тут скайварсер? Я. Давай, давай. И хорошо пошло, как хорошо. Что ты зажигалкой хотел сделать, серьезно? Я не знаю. Идем в предпоследние игры.
И теперь, ребята, со счетом 3-2 продолжаем попытки выиграть у Маржа шаверму. Если кто не в курсе, у нас был уже ролик на пиццу, и там, в принципе, все было крайне напряженно. Так что сегодня, я думаю, будет ровно так же. Поскольку играем, ну, примерно одинаково, ребята. Если вы захотите... Меня в лаву не бросай, ну чё ты? Так как-нибудь запишем с кем-нибудь еще, вероятно. Так, ой, как жестко! Да ладно! Как? Все из-за лавы. 4-2. И мы уже практически около шавермы. О, мне хп снялось. Итак, у меня тоже хп снялось. И мы продолжаем нашу игру. Прямо сейчас, ребят, на классике. Самое время Маржу отыграться. И таки, вероятно, забрать у нас шаверму. Чего? Нет, какой лук? Нет, стой. Нет. Давай, ну же. Чего? 1-4 хп. Это не мое. Умереть в первые 15 секунд игры. Да ладно, какой же ты быстрый. Ну что ж, а теперь сыграем на луках. У нас в предпоследнюю уже в любом случае игру. А может быть и последнюю. Потому что я все-таки хочу забрать шаверму. Максимально большую, максимально вкусную. И, конечно же, невероятно сочную. Она тебе не достанется, чувак. Мне кажется, сейчас у зрителей сейчас слюнки потекли, короче, когда они в фантазию... включили и такие... Сейчас, наверное, тоже представляете, ребят, какая же классная шаверма будет у нас выиграна у Валруса. Так, ну что? А чё ты туда идёшь? Чё мы так ходим, вообще, знаешь, по кругу? Нет, нет, нет! Чего? Итак, теперь, ребята, финальная игра. Счёт 2-2. Играем сейчас на зельях. Тот самый режим, который я с самого начала не очень хотел играть. И, вероятно, Валрус тоже, поскольку сейчас мы его отравим. И таки после отравления постараемся отыграться. И, может быть, таки все получится. Съедаем у нас быстренько зельку. Яблоко. Что, куда ты пошел? Оба! Чего оба. Ты? Что ты творишь? Стой, тебя коцает? Я эндермен. Я не знаю. Наверное, я, да. Я бы, мне кажется, обращал на это внимание в первую очередь. Походу, да. Изи, ребята! У меня 7 хп. Просто изи. И только что, ребята, Валрус предложил мне супер игру с добавлением какого-нибудь допинга. Короче, желанию. Если Шагер. Не допинга, а топинга. Во-первых, во-вторых, если Слай даст мне отыграться, то я ему положу в шаверму еще чего. Например, сыр. Ну, типа там это же стоит денег. И типа, если я проиграю. А если не проиграю, то он мне купит шаверму. Ха-ха, обычно. Короче, он попытается отыграться, ребята. Сейчас у нас финальная игра. И тут либо Валрус две игры тащит, либо я получаю шаверму с креветками. Так что... О, шаверму с креветками. Ничего себе ты топинг выбрал, конечно. А здесь продаются шаверму с креветками, мне вообще понравилось. Может еще с крабом тебя, не знаю, она стоит на 30 рублей дороже, не парься. А, ну ладно. Так. Давай. Сейчас просто я тебя забираю, короче, и забираю шаверму с креветками. Нет, только не шаверму с креветками. Да, шаверму. Шаверму с креветками. И... Да! Одно хп, ребята! Мы сделали это! Блин, как же насыщенно мы отыграли шаверму с креветками. Да как, блин? И вот так вот, только что мы отыграли целую шаверму с креветками у нашего спонсора Моржика. Обязательно оставьте свой лайк и подпишитесь на наши каналы. А также напишите в комментах, на что же стоит сыграть в следующем ролике. Вместе с дуэлями. Пицца у нас уже была, кстати, советую ее заценить по ссылке справа вверху, так что пишите свои варианты, различные кофе, гамбургеры, либо же суши, а также подписывайтесь на наши каналы, ссылка на нашего моржика будет в описании, напишите ему такие, также что-нибудь хорошее в комментах, ну а на этом мы закончим, подписывайтесь на каналы, ставьте лайки, пишите комменты и жмите по колокольчику прям максимально сильно, чтобы дождаться быстрее нового видео. На этом все, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока, до скорых встреч! До скорых встреч!